Сейчас мы идем обменять денежку. $200. В аэропорту курс вообще отвратительный. Меня просто надурили. Да, вместо 3300 лир мне дали 3000. На, значит, здесь нам дадут 3200 или 3300 за $100. А в аэропорту 2600 дали, по-моему. Даже 2500 или 2600. 2600. Это вообще трэш. Надувательство. Сейчас посмотрим, какой сегодня курс. Вот курс. $32.250. Продажа, покупка. Вот. Посмотрим, сколько нам сейчас дадут. Мы всегда сюда приходим, кстати. I remember you from my last trip. You don't speak English? No. I remember you. I remember you. She also remembers you. Oh, okay. From my last trip in August. Тебя тоже помню. Покажи ее немножко. Такая милая женщина. Не знаю, попала ли она в кадр. Алина, ты ее сняла хотя бы немножко. Она говорит, парень переводил то, что я говорила. И она говорит, что она меня помнит, и что и Амину тоже помнит, да, с прошлого года. И как раз 2 дня назад мы приходили сюда, она говорила, она как раз о нас говорила. Вот, вспомнила, красотка. Нам, в общем, дали за $200, дали, сейчас скажу сколько, 6450 лир. Так, все, мы теперь либо поедем на такси сегодня, потому что это недалеко, либо мне очень хочется поехать на автобусе и взять, но нужно взять Истанбулкар. А где ее взять, сейчас мы и посмотрим, поищем. В общем, тут очень много автобусов, и значит, где-то здесь можно, наверное, приобрести Истанбулкар. Я так думаю. Если нет, то тут недалеко есть порт. И там в любом случае тоже можно взять. Потому что карта мне показывала, что отсюда можно доехать за 18 минут до этого торгового центра. 18 минут это совсем недолго, поэтому лучше на общественном транспорте, чем на такси. Конечно, такси будет дороже. За эти деньги я могу купить Истанбулкар и... Это что? А, это кэш. Это наличку дают. И положить туда денежку и пользоваться ей. Конечно, так будет экономнее. Но более лентяйный вариант для меня – это вызвать такси. Вот. Надо у прохожих спросить. Я сейчас спрошу у кого-нибудь, какого-нибудь симпатичного турка. Ищи. Симпатичные турки прошли. Так. Когда все идут на красный свет, а я говорю Амине, не надо, у нас страховки нет. Чуть что, я говорю, у нас нет страховки. Так что всяких несчастных случаев болеть нельзя, повреждаться нельзя. Так что идем аккуратно. Я не знаю, что мы сюда забрели, что тут вообще. Вот цветочки. Цветочки. Еще цветочки. А где можно? Тут банкоматы. По-моему, невозможно это взять. Но я подумала, если есть автобус, значит где-то... А, вот же, вот здесь, наверное, можно взять. Это порт? Это порт. Значит, здесь можно взять карту. Идем. Может быть, кого-нибудь попросим или воспользуемся переводчиком. Вот здесь я, а тут же на турецком, а я смогу. City card. Язык можно переключить? Excuse me, where can I get Istanbul card? No? Istanbul card? Yeah, here. Please wait. No, I want to buy. Please wait. Арабы. Oh, sorry. Не знаю. Английский. Buy Istanbul card. Надо на кнопку нажать. Вот сюда? А что, только кредитка и дебет карт? А наличными нельзя?
Посмотри, какие цены. One day, unlimited. Нет, нам такое не подходит. Нам нужна временная тогда. В общем, мы сюда обратились. Парень нам нас внутри послал сюда. А тут нам помогли с карточкой. Прям персонально вышел. Такой молодец. Вот. Решили с Аминой освоить метро. Я во второй раз. Первый раз я была не одна, поэтому не я всем этим руководила. Поэтому теперь все на мне. Амина на мне. Наш путь до станции Юналан на мне. Ой, как хорошо. Как выглядит метро стамбульское? Подожди. А? Можно здесь постоять. Нам нужно буквально 3 остановки проехать. Сейчас мы посмотрим. Окей. А, вон они. Да, мы правильно сели. Правильно сели. Вон наверху. Нам нужна Юналан остановка. Раз, два, три. На третий мы выходим. Вот она подсвечивается. Осторожно, двери закрываются. Минка, тебе интересно? Нравится? Можем вон туда пойти. Нет, зачем? А, ты здесь? Да. Сели с мусами носи. Одну остановку проехали, еще одна осталась. Едем. Теперь куда идти? Сюда. Теперь нам нужен выход, чекыш, да? Или экзит, да, выходим. А потом нам нужно 12 минут пройтись до торгового центра. Угу, да. Запоминайте, экзит – это выход. Или по-турецки чекыш. Чекушечка. Что за вкусняшечка? На вкусняшечки не смотрим, мы на диете. Ой, как красиво. По-моему, тут еще ремонт не доделан. В общем, из метро мы направились прямиком в Акасию. Это торговый центр. Очень удобно, классно. Мне нравится. Оп. Ну, сейчас будем ходить, бродить, исследовать эту местность. Что тут есть? Прохладненько. Нам бы чего-нибудь попить. Пошли в H&M. Вон, я вижу вдали H&M. Let's go. Цель намечена. Давайте посмотрим, что тут есть. Ну, не без леопарда, конечно. Ой, аж штанишки. Кофточки. Вот эти штанишки прикольные, льняные. Ритузы, купальники, симпатичные дяденьки. Мне такое подошло бы. Белое мне вообще не надо, мне кажется. Вот еще больше буду пышкой. Нет. Давай, лунную походку. Молодец! Просто я в этих кроссовках, кедах, поэтому мне вообще неудобно.
прикольно. Если бы я не была толстушкой, я бы надела. Ладно. Толстушкой? H&M, что с тобой вообще? Не понимаю. Ну, смотрите, что за черные брюки? Ну, не знаю, не нравится мне такое. 1200. Ой, подожди, подожди. Вот бабу нашей подошли. Отойди, пожалуйста. А бабу подошли бы такие тапки. Сколько они стоят? Амина, ассистент, ты не будешь помогать? 929, нормально. Так, вот, ребят, вот такая сумочка. Она неинтересная вообще. Тут что-то интересное. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это открытое мне не нравится. А сверху можно что-нибудь накинуть, да. Давай посмотрим. Возьми. Да, красиво. Или вот так. Подойдет стройненьким девочкам. А немножечко полненьких и таких, как я, оно будет полнить. 1349. Вау, какая красота! Это в школу. И не так дорого, 699. Это мы потом купим, дочь, когда будем уезжать. А юбка, блин. Смотри, какая красивая юбка. Можно, можно? Помогайте, пожалуйста, ассистент. Какая вот юбочка. Да, ее заправить можно, да? Можно заправить. Но есть подлиннее такие. Я хочу. Я люблю летом такие расцветки яркие. Такое нежное. Посмотрите, вот с таким вот ремешочком. А, меня она будет полнить, надеюсь. Да, блин, такая красота. Сколько мне стоит? Мне кажется, что оно в таком японском стиле. Да, смотри, да, 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 что-то. Оно стоит 2400 лир. Круто, вот ладно, такое спасибо, не хочу. С леопёртом. Юбка почём? Вот такая юбка. Сжатая немножко, как будто, да? Давайте посмотрим. 700 лир. Мне нужна удобная обувь, а то, мне кажется, мои прошлогодние тапочки, которые я покупала в Турции, кажется, мне они уже рвутся. Ребята, вот, а еще вот такие вот балеточки. Красные балетки, кто хочет. 1200, но вырез уж больно откровенный. А качество, конечно, если хорошее. Если вы летите куда-нибудь в другую страну, то можно. Вот это платье мне нравится, у него вырез красивый. И легкое такое, хоть черное. Опять составила для вас образ. Опять лук. Вот. Сколько стоит юбка? Бантика. Быстрее говорим. Юбка стоит 520 лир. Шикарно. Юбка, а кофта? 520. Кофта 630. И... Ова, лук. Тамины. По-моему, точно пора магазин одежды открывать. Все, Амина опять лук собрала. Еще один. Очки, мне кажется, не очень сюда подходят. Ну вот. И вот с этими. Ну, молодец. Умница. Думаю, прикольно. Угу. Есть такая рубашка, она стоит 700 лир, а штаны стоят 300, нет, 360 со скидкой сейчас. Да. Они плотные, мне кажется. Да, думаю, да. На осень будет прикольно. Угу. Так что... А это что? Плотная. Синий ВИЧ со скидкой. Одежда. Very beautiful. Oh. Да, это костюм, оказывается. Заправляют. Она стоит, как я уже говорила, она стоит 2400. А футболка, наоборот, 1400. Я как баба на чайнике. Нет, это не мое. Не мое. Ноги как будто худые, а верх толстый. Я как тут в положении. Женщина в положении. Очень интересно. Прикольно. У меня есть платье на бретельках. Вот до сюда. Такой сарафанчик, который я специально шила под платье, чтобы не просвечивало. На море самое то. Платье, конечно, прикольное, но я опять как баба на чайнике. Вот это вот такое мне вообще не идет. Такая объемная становлюсь.
Чайники, ну что такое? Ну почему-то. Какая еще баба на чайнике? У тебя нет чайника, и ты не баба. Баба на самоваре. Ты деда. Снизу хорошо, сверху объем еще больше придает ненужного объема. Кстати, продавщица, вернее, девушка, которая работница, сказала, что I look gorgeous. You look gorgeous too. Вроде прикольно, но что-то не то. Не знаю. А Акасия — красивый торговый центр. Все бренды есть. Есть все. И Сефора тоже есть. Ага, Ирина Шейк. И лицо Амины. Потому что она увидела Сваровский. В Сваровский она хочет давно уже какую-то подвеску. Но ее у нас нет. Сейчас посмотрим. Да на! Господи, как ты мечтала о ней. Она стоит почти 4000 лир. Я ее покупаю. Я ее в конце куплю. В конце куплю. В конце чего? В конце, когда мы будем уезжать, я ее куплю. Это мои любимые. Но она стоит 10 тысяч, Амина. Купим. Это же моя мечта. Я же о ней так сильно давно мечтала. Это даже не золото. И что? Ладно, хорошо, перед отъездом. На Озоне она есть за 600 рублей. Ну, она подделка. Ну и что? Я ее куплю. Ух ты, 5000 лир. С ума сошли, что ли? А с каких пор в ГЭП такие цены? Я что-то не понял. А это 1800 сейл. Пошли нафиг. В Заре какие-то сумасшедшие распродажи. Тут все по 590 лир. Там 290. Не знаю, реально ли тут что-нибудь найти нормальное. Но это я не хочу. А вот курточки. А я в Заре ничего нормального. Ну, жилеточка. Это новая коллекция, 1150. И брючки. Просто сосиски в полиэтилене. Нет. А мне ничего из распродажи не нравится. Мне нравится из новинок. Слушайте, у меня никогда не было леопардовых вещей. 1290. Может, пора исправляться? Как вы думаете? Может, пора исправляться? Вот эта юбка классика 1150. И плюс вот это мой стиль. Я не могу. Но только видите, трикотаж. В нем летом будет жарко, когда носить. Покажи. Это Линен. Линен. Как его по-русски? Лен. Лен. Это стоит. А это тоже 1290. Это 1290 и это тоже. Очень нравится. Снизу бей какую-нибудь кофточку, вот мою сделаю на рукава или надеть. Включай дальше. Мы снова балуемся. Ну, мы только завтракали, а теперь нам можно поесть. Я так думаю, все. Больше мы есть не будем. Дважды в день мы хотя бы должны есть. Ну, так получилось, что фастфуд. Ладно, Макдональдс. Бургеры, картошка и кола. Все, что нужно для счастья. В общем, мы закупились.
не заметили, как прошло время, уже сколько, уже, наверное, 9 час. И навигатор нас теперь отправляет на метробусе. Приехали мы на метро и думали, на метро же вернемся. Оказывается, нет, нам нужен метробус. В общем, теперь воспользуемся этим транспортом. Посмотрим, что он из себя представляет. Он тоже находится... Он тоже находится... О, вот. Метро туда, а метробус сюда. Как он выглядит вообще? Интересно. Очень интересно. В общем, нашли мы этот метробус. Оказывается, это автобус, который едет очень быстро по своей выделенной полосе. Поэтому он набирает такую скорость. Очень интересно. И нам ехать примерно 25 минут. Мы приехали туда на метро, а обратно едем на метробусе. Нас высадили, сказали на турецком, что нам нужно выйти. И Кадыкёй, наверное, едет другой автобус, да? Нам нужно поменять. Теперь вместо того, чтобы пойти пешком мы добрались за 16 минут, за 10 минут мы доедем. Или я что-то не так поняла. Мы решили теперь на автобусе. А что, любой вид транспорта нужно опробовать. Ты нашу остановку узнаешь, Амина? Надеюсь. Вспомнишь? Нет, я должна сама вспомнить. Самое главное, чтобы интернет не закончился. Мы такие молодцы, мы уже почти дома, я не думала, что я справлюсь, я думала, что я отчаюсь и вызову такси, но нет, мы решили идти до конца. Нет, я до сих пор отекшая, нет, так, все. Мы молодцы.